Приезжие из Украины записывают детей на кружки и секции. В Бендерах уже есть несколько желающих. Это дети 6-7 лет. С завтрашнего дня в ДДУИТ у них начнутся занятия по лепке и рисованию. Кружки бесплатные. В Министерстве просвещения объяснили, для украинских детей действуют такие же правила приема, как и для приднестровских. Нужно просто прийти и подать заявление.